Привет, с вами Вилсаком. Сегодня расскажу о приложении WannaDo. Как указано в описании к программе, афиша в твоем кармане. А сделаю я это вот по какому поводу. Решил организовать сходку любителей, фанатов Apple, whatever. Ориентировочно где-нибудь на ноябрь, пока не решил, какой это будет формат. Именно поэтому прямо в приложении собираю ваши отзывы, пожелания, комментарии, как это лучше сделать. Самые интересные и креативные получат от меня пару яблочных каких-нибудь пряников. Сейчас расскажу поподробнее, как я себе это вижу и что такое вообще WannaDo. Поехали! Хочешь золотой iPhone 5s? Спроси Apple Jesus как. Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина. Люблю приложения, которые строятся вокруг какой-нибудь идеи. Я так понимаю, что создателям WannaDo было скучно осенним вечером, они задумались, а что вообще люди делают в подобных ситуациях, и создали сервис, в котором вы можете создавать либо находить всевозможные activities по категориям на карте, делиться ими, отмечать, пойдете вы или нет, рассказывать друзьям. В общем, то, что в принципе позволяет вам скоротать тот или иной вечер или вообще спланировать свой досуг. Не всегда официальные источники такое могут вам позволить. Например, вот собирают зомби на съемки российского блокбастера. Если бы я был студентом, я бы, наверное, даже с удовольствием сходил. И всевозможные выставки, еще какие-нибудь интересные штуки. Я думаю, что здесь может быть все хорошо. Пока минус один. Я не вижу большого количества людей. Аудитория — это самое важное, но вот как раз мы сейчас им поможем. Так, за фри немножко, заиметь аудиторию. Например, вот я на Джобса хочу сходить, смотрю, что есть и о чем пишут, и совершенно случайно нахожу, что с 27 по 28 идет какая-то киноночь. Я даже и в зуб ногой не знал, что есть подобные мероприятия. Теперь, может быть, даже схожу, о чем я, собственно, и оповещаю сервис. А теперь, что касается моей сходки. Такой месседж, я думаю, вы уловили суть. Добавим фотографии, чтобы все было красиво. В итоге оказалось, что описание не может быть более 200 символов. Не очень круто. Надо как-то написать разработчикам, чтобы исправили. Категория пускай будет тусовка, все пользователи. И я оставлю ссылку на программу в описании. Она бесплатная, поэтому подключайтесь. И со своей стороны оставляйте комментарии, идеи, как я сказал ранее. Буду апдейтить основное сообщение. Как только выберем формат и дату, вы об этом узнаете. Ну и, конечно, заделюсь прямо отсюда ВКонтакте. А с вами был Вилсаком, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер. Я, в общем-то, побежал дальше пилить обзор на iPhone 5s, максимально подробный, ну и, конечно же, интересный. Пока!